Дугина прославляют, который, в общем-то, явно фашистских взглядов. Ильина президент цитирует везде, хотя общеизвестно отношение Ильина к фашизму. Там, ну, опять же, да, памятники, вот памятная доска Маннергейму, да, идеи ставить памятник Краснову, который был коллаборационист, как известно, и напрямую подчинялся Гитлеру. То есть, резюме здесь какое? Что поддерживать, условно говоря, российский там полуфашизм против украинского там на три четверти фашизма, но это, на мой взгляд, вообще-то издевательство над интернационализмом, издевательство над здравым смыслом.